Эксперимент в казачьей станице Державная. Впервые станичники взяли на воспитание трудных подростков из школы-интерната Нижнего Тагила. Что из этого получилось, знает Ксения Лукина. Здесь кролики живут. Штук 30. Здесь кролики. Здесь тоже кролики. Здесь гуси, куры. Скотный двор. Саша уже изучил, как свои 5 пальцев. С утра он кормит кроликов и птиц и убирает за ними. А чуть позже обязательно заглянет к своему любимцу, теленку Маяку. И хоть парнокопытный малыш уже проявляет характер, 14-летний подросток пока справляется с животным. Я люблю его, ухаживаю, пою его, кормлю. Гулять вывозу на поле. Роль фермера для Саши Пестрякова совершенно новая. В казачью станицу в Среднеуральске он попал вместе со сверстниками из интерната, где живет постоянно. Обычно в станице Державная реабилитацию проходят попавшие в трудную жизненную ситуацию взрослые. А в этом году здесь впервые оказались дети. Для этих так называемых трудных подростков особая атмосфера дружного коллектива оказалась не менее полезна. Мы тут все делаем вместе. Кирпичи, навоз, вырезаем, все делаем вместе. У нас дружная семья. Распорядок дня в станице строгий. Сразу после завтрака ребята помогают взрослым по хозяйству. Кто-то на прополке, другие учатся объезжать лошадей. К этим животным у казаков отношение особое. Другие учатся работать по дереву. Занятие по душе здесь находит каждый. Работает в станице и система поощрения. Каждый день подростки получают баллы. Максимальные, как в школе, 5. Все стараются набрать как можно больше 5, ведь отличившиеся поощряются экскурсиями и поездками на фестивали и в поход. В станице рассказывают, после летней казачьей жизни подростки не хотят возвращаться обратно в интернат. И хоть осенью, к началу учебного года, это сделать все-таки придется, здесь им будут рады всегда. Люди все-таки чувствуют поддержку друг друга. Мы закрываем те проблемы, которые находятся за территорией, за нашей. Вот. Духовенство поддерживает, то есть вера в Бога, вера, значит, в любовь ближнего своего. Эксперимент с воспитанием подростков в станице явно удался. Уже следующим летом в Державной снова ждут гостей. Ксения Лукина, Александр Гамзяк, события ОТВ.